Вот и подошли мы к главному решающему матчу наших соревнований на поле Комус и Русал. Русал у нас в форме серого цвета, Комус в белых майках. Не знаю, как мне нравятся телевизионные картинки, но в принципе мы без труда эти команды по цветам отличаем друг от друга. Здесь сразу нарушение правил и штрафной в 10 метрах от ворот установлен мяч. Положенная дистанция. Стенка. Смотрим. На первых секундах уже очень важный, опасный момент. Только перебросить вратаря и удачно, потому что защитник вместе с мячом влетает в ворота. Один из самых красивых, здесь можно так сказать, гениальных голов на соревнованиях. Очень круто. По-другому не скажешь. 1-0 и Комус впереди. Но здесь очень серьезная подоплека. Потому что в том случае, если Комус обыгрывает Русал, Русал в заключительном матче обыгрывает Московский кредитный банк, то тогда у команд становится одинаковое количество матчей. Помимо этого, по одному разу команды друг у друга выиграют. И здесь нам нужно будет суммировать два матча и смотреть общую разницу забитых пропущений. Первая игра закончилась 5-2 в пользу Русал, поэтому нужно Комусу тоже выигрывать с разницей хотя бы 3 забитых мяча. Тогда мы будем команды сравнивать по количеству побед, а здесь будет тоже одинаковое количество побед. Тогда мы будем смотреть по разнице забитых пропущенных. Ну, до начала тура у Русал было преимущество 25. Показателем полностью не забило много, но не 25. Так что даже если Русал проигрывает со счетом 0-3 или также, соответственно, там 2-5, 3-6, 4-7, то все равно Русал остается на первом месте. Полностью нужно выигрывать преимуществом в 4 забитых мяча. Быстрый гол эту задачу упрощает. Но Русалу отлично известны все турнирные расклады. Они торопиться никуда не будут. И против Комуса играет то, что они играют без замен. Паркет сейчас Чекунов, но забить не получается. Мяч полетел совершенно не туда, куда требовалось. С мячом практически не расстается. Вот здесь потери, это сразу шанс для Комуса. Можно было ударить в него, и тогда получил бы игру, потому что он движение от мяча не начал. Головой. Один стоит.
конечно, оценивая шансы команд, мы исходим из того, что «Русал» одержит победу в матче против НКВ. Но, в принципе, этого-то может не случиться. «Помус» тогда устроит победу с любым счетом. Счет пока «Русал» устраивает. В принципе, сам ход матча. Да, пропустили на первых секундах, но особо играть сопернику не дает. Лицевой! Без мяча. Кому? Блядь, кому ты отдаешь? «Русал» не показывает тут чрезвычайно высокий прессинг, но заставляет соперников ошибаться и появились два футболиста «Комуса». Пусть минуту беру. Может продолжить игрок или нет, но вот будем смотреть, потому что момент важный сейчас. «Комус» рискует остаться в меньшинстве. Вчетвером можно играть, поэтому продолжить придется в любом случае. Ну, хоть как-то, но будет 15-й номер у «Комуса» на поле находиться. Но фактически будет играть сейчас «Комус» в меньшинстве. Давай, все взяли, прихватили! Кто с тебя? Один туда! Коля, у тебя игрок пустой! Мати, что ты показываешь? Подсказывают «Русалу» со скамейки прессинговать повыше. И два в три. Третий игрок «Русала» подключается. Здесь перехват. Теперь уже шанс для «Комуса». Удар своего пришелся. Не игра рукой. Там рука находилась где-то в районе паха, поэтому... Неуместными разговоры получаются. Давай, 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 души! Серединка, души, души! Подавай! Работает против «Комуса».
Ну, сейчас втроем практически уже Колбус останется на поле. Ну, вот почему нельзя играть без замен. Ну что, может повторить получится Колбуса? Нет. Второй раз не смогли забить штрафного. Можно втроем против двух защитников Комус. Но если такими не будет, то с преимуществом 4 не получится выиграть. Последние секунды первого тайма. Конец первой 10-минутки, 1-0. Вот это. Второй тайм, счет 1-0. Напомню, Комусу нужно выигрывать совершенно крупнее, чем с разницей, чем 3 мяча. Ну или надеяться на то, что Русал в последнем матче потеряет очки в борьбе против Московского кредитного банка. Сейчас Русал забил, то этому матчу уже, наверное, вопросы бы решили. И забить 4 Русалу за один тайм. Уже Комус вряд ли бы успел. Русал вообще пропускает на порядок меньше всех остальных команд. За 10 матчей пропустил Русал всего лишь 7 мячей. При 42 забитых. Коля, ближе, Коля! 3 мяча неожиданно Русал. 3 мяча там не пропускал, только 2 пропускал. Макс. Вот как раз от Комуса. И от HSBC. Воля! Против вратаря защитника. Нарушение правил на желтую карточку. Видимо, за пределами штрафной был. Да, почти на границе штрафной был. Первый гол был забит именно со штрафного. Ну, сейчас можно повторить. Удар в стенку, добивание. Передача это была, добивание вот только сейчас. Назад, Коля! Коля, назад!
порядка нередко губят. Вратарь ближнюю штангу прикрыл очередное время. Уже показалось, что дрогнули нервы и начал смещаться ближе к центру. Ложный пол еще фиксируется. 4 нарушения правил, Русал. Собрали свои опасные отметки. Комус успел забить только один. Еще 3 мяча нужно забить за оставшиеся 5,5 минут. Или надеяться на МКБ. Тогда нужно сейчас максимально вымотать Русал. Тайм-аут. Блин, ну так, в меньшинстве не играешь, отложенные фолы не дают, может быть, руководство не слышишь. Вот здесь то, что делал? Ну, жутик и все. Если большой футбол, то можно было не свистеть. Тем более второй судья творишь. Ну, хорошо, это сейчас мы повторы вели, что потом, может, сейчас они, кстати, примут решение. Конечно. У вас же такой уровень теперь или нет? Естественно. То есть мы можем есть все, да? Не такая? Просто так сейчас вот сидим. Продолжается матч. 5 минут и 10 секунд остается до финального свистка. Помним, что последняя минута уже чистой. И у Комуса, кстати, выигрывать крупнее, чем с разрывом в 3 мяча. Васюта, дёрни! 1-0 счёт, Андрюк, который Русал устраивает. Пусть Валера возьмёт! Ну, с расчётом на то, что Русал обыграет ещё МКБ в заключительном матче. Лево, Дима! Что, бонус у нас подождёт ещё матч? Макей! Русал никуда не торопится. Желтая карточка нарушителю. Для Комуса это первый фол. Упал девятый номер сейчас вот собственного разочарования. Мяч попал в руку, но это не было игрой. Ой, принесло это опасный момент Русалу. Ну а Русал-то может сейчас побороться за ничью. Никитос в порядке! Никитос один! Если
я, то матч вообще превращается в формальность. Там устроит... Устроит Русал тогда любой результат. Ворота 11 номер Комуса и перехват здесь. Голкипера перекладина. И пятый фол Русал. Каждый последующий будет наказан 10-метровым штрафным ударом. Решили разыграть и забивают. 2-0 становится счет. И чистая минута у Комуса есть, чтобы забить два. Если Комус два мяча забивает, ну, что будет, расскажем попозже, потому что сейчас Русал берет тайм-аут. Сейчас 11 тоже опять. Не, ну первый был крутой, но в нем целиком. Видео где у нас укладывается? В Sports.ru. У нас на сайте. Не, на нашем сайте. Все игры на сайте, да? Смотри, как... Итак, минута, которая решит все. Два мяча нужно забить Комусу. Русал специально взял перерыв для того, чтобы сбить такой атакующий запал Комуса. И Русалу нужно сейчас просто катать мяч, не стесняясь, отдавать передачи назад, вынуждать соперника палить. Пройдет мяч. 30 секунд должен остается до конца. Все, видимо, у Комуса нет уже надежды, что удастся забить два мяча. Может быть, зря. 10 секунд. После финального свистка, конечно, рановато будет Русалу отмечать чемпионство. Нужно еще обыграть Московский кредитный банк. Раньше времени мы Русал поздравлять не будем. Слишком хорошо. Снова разыграли на коротке, мяч теряют. После вот мяча прозвучит финальный свисток. И нас ждет заключительный матч сегодняшнего дня. Игра против между Московским кредитным банком и Русалом.